Самарском дворце ветеранов отметили 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В числе почетных гостей праздника ветеран Николай Яковлевич Фомин. В этом году он отмечает юбилей – 100 лет. Николай Яковлевич родился в Алтайском крае, был старшим ребенком многодетной семьи. Когда началась война, прошел ускоренный курс бойца в учебке и отправился на фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии и европейских стран от немецких захватчиков. Брал Берлин. Там и встретил победу в мае 1945 года. Зашли на территорию Германии. Прямо под Берлин, около реки Одер. Прорвали оборону там нашу и зашли в Берлин с боями. В рамках праздничного мероприятия во Дворце ветеранов организовали выставку вооружений времен Великой Отечественной войны. Представлено несколько программных мероприятий. Одним из них являются выставки вооружений времен Великой Отечественной войны, вооружения, которые используются сегодня современными защитниками Отечества в зоне специальной военной операции. Отдельно представлены экспонаты из нашего музея культуры и искусства Куйбышева в годы Великой Отечественной войны, связанные с тем, как Куйбышев и куйбышевцы встречали победителей уже после 9 мая, после Дня Победы в 1945 году. Вот пистолет-пулемет, прообраз автомата, ну то есть тогда он так назывался, пистолет-пулемет, ППШ, с которым наши бойцы вот прошли всю войну, с самого первого до последнего дня. Он был самым главным оружием нашего солдата. Гостям праздника представили не только вооружение, но и обмундирование. Я сейчас одет в парадную повседневную форму Великой Отечественной войны. Почему парадно-повседневную? Потому что фуражка и, так скажем, шаровар или галифе, как тогда говорили, то есть они как бы с цветными элементами, то есть, а все остальное защитного цвета, так как в годы войны главное была вот маскировка, чтобы противник не мог вот на расстоянии вычислить, где солдат, где офицер, то есть поэтому это было всегда важно. И то есть в годы войны знаки различия, они все были такие вот защитные. То есть и фуражки защитные полевые, и пилотки, и каски, и, ну, все, что вот представлено у нас. Вот. Ну, а когда наступила победа, естественно, всем надо было выглядеть празднично, великолепно. В праздничном концерте приняли участие творческие коллективы Самары. Победители конкурса никто не забыт. Главное во всем этом, чтобы история о Великой Отечественной войне, которую сейчас наши враги, будем прямо их так называть, искажают и всячески принижают роль советского народа в достижении великой этой победы, мы должны сохранять историческую память об этих событиях, о подвиге советского народа как на фронтах Великой Отечественной войны, так и в тылу. Августина Охременко, Валерий Майоров, «События».